Хорошо. Как зовут? Евгений. Направление красной крыши, вон туда он. Прыгать, да? Давай. Дай мне хоть 2 минутки. Минута. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И травинка, и сок. Лучше не держи. Сейчас, сейчас. Говорят, всегда в первый раз страшно. Просто прыгать и все, да? Все, Леша, подожди. Только это не надо кричать, там, подгонять. Руки от поручня разожми. С ним ты не улетишь. Надо подальше отталкиваться? Лучше подальше. Блять, страшно. Все, все, тихо! Просто прыгать и все. Бля, как с амуницией прыгать, ну ебаный враг. Все, 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 ребят! Первый раз страшно было ехать. Да конечно страшно. Ну вот. Все, сейчас. Прыгаю! Все хорошо. Прыгай, 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 прыгай. Страшно. Сейчас. Сейчас, сейчас, Леша. Когда ты веревку держишь? Все, все, да ладно? Он уже не на 40 минут ждет, ребят. Все, прыгай. Может, проще посчитать? Толкнуть, наверное, проще. Вставай на край, бери веревку двумя руками. Вот так. Двумя руками бери веревку. Вставай, жопу не опирайся. Смотри туда. Двумя ногами вставай сюда.